Що ж, завітала до нашої студії власниця освітнього Оскару 2015, директор Миколаївської загальноосвітньої школи номер 17 Алевтина Панченко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Неспроста ви сьогодні до нас завітали, тому що будемо презентувати миколаївцям освітній проект «Інтелект України». Хотілося б про нього дізнатися від вас детальніше. Ровно год назад, в апреле місяці, наше управління образування предложило нам поїхати в город Харків, которые являются основоположниками и разработчиками этого проекта «Интеллект Украины», ознакомиться с работой гимназии номер 169, посмотреть, что это за «Интеллект Украины» не на бумажках, а изнутри, то есть на практике. Когда мы приехали в город Харьков, мы встретились с разработчиком этого проекта, профессором, преподавателем Национального университета имени Сковороды Гавриш Ириной Петровной, которая очень интересно нам рассказала об этом проекте. Мы загорелись. Плюс еще посмотрели уроки, посмотрели документацию, посмотрели вот эти великолепные книжки и решили, что интеллект Украины должен быть в Николаеве. Наши дети тоже интеллектуально развиты, но мы стремимся к высшему. У учеников этого проекта такое кредо: «Узнай себя и поверь в себя, и ты можешь все». А кредо учителя этого проекта: «Нет предела совершенства». Поэтому мы очень рады, что интеллект в Украине уже стартовал. Мы учимся вместе с детьми первый год. И продолжается набор на новый учебный год 2017-2018 учебный год. Я думаю, що нашим телеглядачам зараз дуже цікаво дізнатися, у чому різниця від звичайної освітньої програми у програми «Інтелект України». Знаєте, я дуже багато бачила різних проєктів і різних новшеств. Але це унікальний проєкт, він розчитан на те, что детям интересно учиться, это раз. Дети идут в школу с интересом, дети не боятся узнавать что-то новое и допускать ошибок. Ведь самое главное в интеллекте Украины – принимается любой ответ, даже неправильный, он имеет место быть. И его потом просто на уроке разбирают, и ребенок приходит самостоятельно к истине. Причем на уроках дети учатся читать словами. Они садят в лодочку целое слово и учатся читать. Плюс уроки чтения у них проходят очень интересно. Каждая буковка имеет свой домик. А находится этот домик в книжечках на каждой странице, и называется он «Домик алфавита». И детки ищут эту буковку, находят эту буковку, пишут эту буковку, устно рассказывают, и плюс данный ряд упражнений на запоминание. Дети в течение урока 8 раз пересказывают текст незаметно для себя. И таким образом у них вырабатывается критическое мышление, логика, умение говорить. Они не боятся, они знают очень много скороговорок. Плюс все, о чем они говорят, есть на экранах телевизора. Они повторяют за диктором. И вот благодаря видеоматериалам, благодаря межпредметным связям, благодаря постоянному повторению дети быстро усваивают материал. Плюс в этом проекте мы воспитываем настоящего патриота Украины. Все песни, дети учат эти песни, они знают легко. Плюс частью программы являются песни. Это детям очень интересно, им весело. И плюс идет запоминание. Конечно, академик Бех учитывал психологические развития вот этого школьного возраста, начиная с 6 лет. И самое главное, этот проект идет с 1 по 9 класс. Новые предметы. Вот смотрите, учебники, по которым дети учатся. Вот это тетрадочки. Угу. Это нормативная база. Нормативная база основана на нашем госстандарте, полностью соответствует нашему госстандарту. Вот смотрите, «Навчаемся разом». Это учебник 1 класса. Здесь дети учатся развивать свое критическое мышление. Здесь дети учат находить выход из положения. Посмотрите, «Сторінка запам'ятайлика». Дивіться, в якому підручнику ще таке є. Угу. Ні в кого цього нема. Діти вчаться бути чемними, критичними, винаходниками. Вони вчаться бути вільними,
трудоголіками. І в той же час вони почуваються себе комфортно в школі. Ось у чому плюс цієї програми, що не тільки розвиває якісь здібності дитини, але й допомагає полюбити школу. Багато хто з нас боявся виходити до дошки, відповідати, бо або скажу щось не так, або отримую осуд або від своїх однокласників, або від учителя. Тут дитина не боїться сказати неправильно. Вона сама розуміє потім, якою є правильна відповідь. Хотілося б дізнатися, хто з першокласників може приєднатися до цієї програми, тому що вже скоро новий набір буде першокласників, вже першачки, шестирічки готуються до того, щоб піти у перший клас. І хто може приєднатися до програми «Інтелект України»? Є родителі, які вважають, що їх діти можуть бути успішними по житті, вони мають шанс прийти в школу. У нас йдуть підготовительні заняття, опять же таки, по проєкту «Інтелект України» на октября місяця абсолютно безплатно. Приходять, ми займаємося з дітками, розвиваємо їх способності, вже бачимо, як діткам цікаво на цих заняттях, і, звісно, вони йдуть в перший клас. Тому «Інтелект України» формується в 17-й школі. Я думаю, що дітлашки, ось у вас вже є один клас, вже другий клас буде наступного року, який навчається по новій програмі. І дітлахам, звичайно, набагато легше навчатися за цією програмою, облегшено, але яка розвиває здібності дитини. А ось як сприйняли цю програму вчителі, ваш колектив? Наш колектив цю програму сприйняв на ура. С удовольствием, потому что это не просто новое, это вдохновляет самого учителя. Да, учителю надо полностью поменять свое мышление, взгляды, отношения. Учитель тоже пошел в первый класс. Летом в Кирилловке учителя проходили обучение, их учили и хореографии, их учили и дикторской речи, то есть для того, чтобы детям было интересно, потому что на уроках каждая 12-я минута и 22-я минута идет физкульт-минутка с элементами хореографии и песни. Учитель теперь не только навчает, он еще и артист. Да, и поэтому учитель не будет уже сидеть за столом, а он вместе с детками путешествует и в страницу сказок, и по страницам логических задач. Вот смотрите, урок читания, да? Смотрите, по какой книжечке. Дети изучают. Вот я вам говорила будиночек алфавита. Посмотрите, вот будиночек алфавита, и как детки читают. Детки сперва читают черепашкой, то есть медленно за диктором повторяют, а потом сорокой быстро-быстро повторяют за диктором. И, естественно, вместе с учителем. Вот посмотрите. Например, они учат сказку «Шар-перо», «Красная шапочка». Во-первых, дети работают с картой. Они знают все страны, столицы этих стран, как с Украины добраться во Францию, где находится столица Париж, Франции показывают. Дети с первого класса работают с картой. Помимо того, они видят уже портрет Шарля Перо, они знают краткую биографию Шарля Перо. И сказочка эта на страничках учебника, и плюс еще идет видеоматериал с мультиком или с фильмом «Красная шапочка», и проговаривается весь этот текст. То есть у детей работает, и они видят, они слышат, и они проговаривают. То есть все три вида памяти разрабатываются у детей на уроки. Хотелось бы дізнатися, як документально це буде зазначено у дітей, які навчалися одні за звичайною навчальною програмою, а інші за програмою «Інтелект України». Чи буде якась різниця у документах, коли вони будуть випускатися зі школи? Ні, документ єдиного образця, государственного образця, єдиного образця. Просто це діти умнее, свободнее, интеллектуально развитие. И самое главное, они учатся с интересом и с любовью, потому что каждый урок, несмотря на как бы он ни назывался в «Интеллекте Украины», он начинается с добра, с позитива и заканчивается добром и позитивом. Поэтому и детям интересно узнавать все новое и открывать для себя новое. Дякую вам. Я думаю, що «Інтелекту України» в Миколаєві бути. «Інтелект України» знаходиться у Миколаївській загальноосвітній школі номер 17. Сподіваємось, що зовсім скоро в усіх миколаївських школах дійсно буде процвітати цей проект. І наші миколаївські дітлахи, наші учні дійсно будуть найрозумнішими не тільки в нашій країні, а взагалі в усьому світі. Ми будемо пишатися тим, що ми, миколаївці, навчаємося за такою програмою.
Я ще раз скажу, нет предела совершенству і учителям, і дітям. Але ми знаємо, що окрім того, що ми сьогодні презентуємо програму, ваша школа також завтра буде святкувати юбілей. Да. Пользуясь случаем, я приглашаю всех наших выпускников, которых мы любим, которых мы помним, которых мы знаем, завтра на юбилей в 16:00 во дворец творчества молодежи. Мы вас будем очень рады видеть, слышать. Ждем вас. До скорой встречи. Ми також приєднуємось до привітань і думаємо, що 17-та школа дійсно молодець, яка виховує патріотів, розумних дітей.